Марьям! Хай! Я там телефон, по-моему, на столе оставил. Принеси, пожалуйста, его. Да, я сейчас посмотрю в окно. Так, свинья, певица Аварская. Махмуд! Да? Тебя тут какая-то Санья Аварская певица пишет. Кто же она такая? Слушай, тебе какая разница, кто как пишет? Как какая разница? Иди зайди к себе на кухню и занимайся своими кухонными делами. Одно и то же вечно. Иди на кухню, твое место на кухне. Ну, не болтай там. Вечно отмажешься. Да, доча. Алло, мам. Привет, мам. Что делаешь? Мам, понимаешь, у меня есть к тебе разговор. Мы с Махмудом поругались. Я больше не могу терпеть, мам, понимаешь? Каждый раз одно и то же. Он мне скандал устраивает. Мам, забери меня отсюда. Все на этом. Я больше не хочу это все терпеть. Я не смогу сегодня приехать, я очень плохо себя чувствую. У меня давление поднялось, головные боли. Вы постарайтесь сами между собой разобраться, что вы хотите. Вы что, моей смерти хотите, что ли? Хорошо, я постараюсь завтра приехать. Я лучше брату позвоню, пусть меня заберет и решит проблему. Я тебе устрою сейчас Махмуду. Алло, да. Расул, привет. Привет. Как дела, Расул? Расул, опять то же самое. Разберись-то, пожалуйста, я уже не знаю, что с Махмудом делать. Что случилось опять? Опять поругались? Я на работе, я же не могу. Что на этот раз? Что не поделили? Слушай, каждый раз вы не можете мирно жить. Ну, в прошлый раз тоже я приехал, ну что я сделал? Поговорил с ним, вы... Сами пришли к одному мнению, и я уехал. Я на работе, я занят, я не могу. Начальник тоже здесь. Я не могу приехать. Сами разберитесь с мужем. Хорошо. Хорошо, я поняла.